Приехали мы на свое любимое озеро с Павлом. Я снова палочкой. Мультипайк Рутс 2 7,9 до 170 грамм. В этом году вот первый раз буду ловить на такую вот крупную резину. Сейчас вот будет первый заброс. Это у нас что у нас? Джуниор. Кикшат Джуниор. Ну, покажи нам. Это вы люди в провода запендюришь. Что, первый опыт? Отлично все. Красавчик, как идет. Где щука? Ох. Катушка у меня Курада 301. Е. Та самая старая. Так, ну что, погнали? Сейчас поймаем щучку, не? Сейчас поймаем кувшинок, блядь, кучку. А не щучку. Точно.
Она там сидит. Блядь. Кукушечка, ну кукуй мне щуку. Куй тебе, да? Замолчала. Блядь, это я мастер. Жабёшка. Щучка-дрючка, ты где? Как я четко кидаю, Паш. Сам не нарадуюсь. Хорошая палка, блин, сама кидает, я уже убедился. Салма тоже, которую мы не любим. А, блин, в джерках салма, видишь, так. Нормальная фирма, кстати. Травы на хвост. Травушки. Муравушки. Вот тебе слайд свиммер, блин. От Депса, смотри какой. Сейчас посмотришь, какая рыбка будет красивая. Ну, смотри. Вот эта приманка новая, знаешь, сколько стоит? 7 косарей. Ага. Love.
Вот он идет. Блин, ну что? Где щука на него? Чего не выходит? Бастер Джер 2. Попробуем. Пуля летит. Так, Биг Макрабер. Вот такая расцветка вообще обалденная. Происходит. Не клюет. Тут сейчас ветерок может поднялся. Ну-ка, ну-ка. Вот и там какая-то радуга такая круглая. Ничего себе. От солнца. Не знаю, возьмет камера, нет. Круглая радуга прям. Вау. Шикарно. Хорошо летит. Вдоль травочки попробуем. Ну,
А что это? Ладно, здесь еще макро подброшу. Место здесь замечательное. Вообще, блядь, палка сама кидает. Классно. Видно вам, нет? Чудесный макрава. Если получится, еще разочек. Забросик. Опа. Главное вовремя затормозить. Где ты, щучка? Ну блин, вот так. Почему потерял? Воблера потерял, опыт приобрел. А что, в следующий раз так не будешь делать? Бля. Не, один там висит прямо на леске, леску вижу. А где? Там остался? Вот в этом, в заливчике. Я его даже цеплял другой чесной. Проскальзывает, да? Полезешь же туда. Ты, конечно, там утонешь. Вот, а на лодке-то зайти. А если я левоски зацеплю, так и не вытащу, он опять у меня там лодка. Ну, там еще чей-то воблер висит. Да ладно. Да.